Совсем скоро в городе Лабытнанги откроется приют для бездомных животных. Дата торжественного события еще определяется. Здание расположено за пределами города на автодороге, ведущей на Обской причал. Название пока не выбрано. Определены условия приема животных. Дмитрий Мавдрик расскажет подробнее. В ближайшее время в нашем городе произойдет официальное открытие Центра помощи животным, в том числе при необходимости домашним. Центр будет участвовать в государственной программе по регуляции численности бродячих животных. Функция приюта заключается в содержании животных, то есть животные, попавшие в приют, будут проходить лечение, вакцинацию, стерилизацию, будут маркированы ушными бирками, чипированы. Важная информация для горожан. Отловом собак будет заниматься специальная служба. Просим наших горожан не заниматься самоотловом животных. То есть, если вы видите животное, попавшее в беду, нуждающееся животное, то есть вам нужно обратиться в специализированную службу. Вот, работники этой службы выедут, самостоятельно отловят данное животное и доставят его в приют. То есть, такие меры необходимы еще и для того, чтобы обезопасить, собственно, горожан от возможных инфекционных заболеваний и получения травм. О точных сроках открытия и особенностях функционирования центра в наших следующих репортажах. Дмитрий Мавдрик, Григорий Волков, программа «Время местное».